Ну и уже концовка. Концовка второго игрового отрезка. Вновь шайба, заброшенная в неравных составах. На этот раз в формате 4 на 4 действует команда. Позиционная атака. И вот такой вот гол-шедевр забивает Родион Амиров. Поставили его за воротами. Дали время для того, чтобы оценить ситуацию. И Амиров шикарно разбирается. Закладывает шайбу прямо за спину голкиперу капитана. Гол в стиле Андрея Свечникова. Наконец-то от этого Гранлунда избавились, да? Ну да, у нас свой герой появился. Амиров показал, что происходит, если вы оставляете техничного нападающего и даете ему слишком много свободы. Вот такие шайбы случаются.